Только за 15 дзён жнівня на дорогах в области уже отбылося 3 аварии с удзелом мотоциклистов, у которых 3 молодые человеки загинули. Если мы рассмотрим дорожно-транспортное происшествие с данной категории изнутри, у нас четко вырисовывается одна простая причина данных аварий. Это превышение установленной скорости движения. Вторая сопутствующая причина – это управление в состоянии алкогольного опьянения. Отсутность опыта, молодой возраст и желание нечто кому-то доказать. Показать свой спрыт. Вот только некоторые причины, которые сприяют тому, что аварии из удела молодых мотоциклистов постоянно пополняют сумную статистику фактов ДТЗ. Сгодно с этим и опытные байкеры. 90% всех аварий с мотоциклистами, по крайней мере, это вина самого мотоциклиста, потому что многие аварии мы, мотоциклисты, анализируем, чтобы случайно не попасть в подобную ситуацию. И второй, наверное, фактор – это неопытность многих водителей. Я часто слышал фразу в свою сторону о том, что «Миша, мотоцикл – это дорогая игрушка». Я думаю, что нужно начинать с того, что мотоцикл – это не игрушка. Это вообще не игрушка. С ним нужно быть аккуратным, с ним нужно быть осторожным. К сожалению, статистика показывает, что дорожно-транспортные происшествия с участием мотоциклистов происходят по большей части по причине мотоциклистов. И, как правило, это превышение скоростного режима. На дороге нужно быть аккуратным, нужно быть вежливым. И нужно понимать и отдавать отчет тому, что ты делаешь, как ты делаешь и для чего ты это делаешь. Напевно, еще одна причина дорожно-транспортных здарений с уделом мотоциклистов – неполнолетние за рулем такой техники, якую им набывают сами батьки, ци свободный доступ до мотоцикла, и якие у силу взросту еще не совсем готовы до уделу у дорожным руху. Я на сегодняшний день не понимаю родителей, которые позволяют управлять транспортным средством, именно мотоциклом, да, или мопедом, своим несовершеннолетним детям, которые впоследствии приводят к трагедии. Двое несовершеннолетних, 15-летняя девушка, такого же возраста молодой человек, решили покататься. В результате девочка сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Когда случается авария с несовершеннолетними, это понятно, что родители или доверили, или купили ребенку мотоцикл. Родители должны понимать, что прежде чем ребенку дать или купить мотоцикл, ребенок должен отучиться на права, купить ему полный экип, объяснить ему ответственность за происходящее на дороге. Родители должны понимать, что это чревато разными последствиями. Юрий Печур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».